открыли бассейн. Все, что было весной, все сейчас всплыло. А я не успела даже вообще подснять, как я собиралась. Смотрите, какую сегодня из меня Барби сделали. Терпеть не могу, если честно, розовый цвет, кудри. Но сегодня очень важное у нас лобное место. Мы готовимся к 20-летию проекта. Представляете, целых 20 лет. Дети выросли на этом проекте. Сегодня придут старые участники, которые участвовали за все 20 лет. Ну, каждое воскресенье будут приходить. И сегодня у меня Мирошка тоже придет на проект. Ну, в смысле, на лобное место в качестве соведущего. Смотрите, какая обалденная комната. Теперь это новая история для участников, которые хотят высказаться на камеру, поговорить о своих болях, страданиях, а может быть, наоборот, счастье, взлетах и падениях. Это психологическая комната, которая таит много интересного.